Меня зовут Казеев Руслан, мне 15 лет. В спортивно-патриотический клуб «Ярополк» пришел заниматься полгода назад. До этого жил и занимался на Украине. Занимался смешанными единоборствами 1,5 года. Учусь в школе номер 3. Я неоднократный призер Москвы и Московской области по рукопашному бою и смешанным единоборствам. В спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» воспитывают патриотизм к родине, делают с нас настоящих мужчин. Расскажи, почему, так сказать, вас называют «Чай вдвоем» группу, тебя и Медведева? Мы со Стасом дружим, и так как «Чай вдвоем» участвуют там Стас и Дёс, Илья Сергеевич дал мне погоняло Дёс. И теперь в клубе меня иногда называют Дёс. А кто из вас главный? Стас. Руслан, а ты вообще меня видишь? Вижу. Вы такой маленький, Илья Сергеевич. Что я сейчас показываю? Кулак. У меня ведь больше. Но если серьезно, я готов к поединку и настроен только на победу.